приходом тепла невольно начинаешь мечтать об отпуске и отдыхе. Если не на берегу моря, то хотя бы возле большого бассейна с прохладной чистой водой. Спортивно-развлекательный комплекс «Кантина» в преддверии летнего сезона продолжает готовить для своих гостей приятные сюрпризы, которые сделают отдых еще более комфортным. Уже в майские праздники здесь можно будет поплавать в обновленном бассейне с улучшенной зоной отдыха. А пока «Кантина» готовится к встрече участников инфотура из крупнейших городов России. Она входит в число объектов развития туризма в Ростовской области.